Так, начну я со статистики. А статистика очень интересная. Посмотрите, 20% молодежи, которые поступают на обучение, оказываются непригодными к этой профессии. Представляете, 20%? Дальше другая статистика. 25% прерывает учебу, так и не получив профессию. Представляете, как это страшно? 20% непригодны, 25% не доходят до конца, а теперь еще один. 30% выпускников устраивается не по специальности. Тогда получается, кто же доходит-то у нас? Это, кстати, данные Российской академии образования. То есть это не мои данные, это Российская академия образования проводила такие исследования, и вот они такие данные дали. Поэтому эти данные очень сильно заставляют нас подумать вообще, что же происходит в нашем мире. Наш мир очень сильно меняется. И меняется такими темпами, что мы уже просто не успеваем. И образование наше уже не успевает. И желание, наверное, вас, молодых, тоже меняется очень быстро. Вот что вы хотите сейчас от профессии? Ну-ка, ребят, скажите-ка. От профессии что вы хотите? Денег. Денег? Еще чего хотите? Славы. А? Карьера. Не слышу, девочки. Да, карьера. Опыта. Самореализация. Молодцы. Какие вы слова красивые знаете. И прямо самореализация. Замечательные слова. Да, теперь давайте подумаем. Смотрите, что происходит у нас. Когда-то у нас было очень принято говорить о том, что старшие передают опыт младшим. Согласны? А сейчас что происходит? А сейчас наоборот. Молодые учат старших. Причем очень-очень сильно учат, а старшие уже начинают теряться в этом мире. Почему это происходит? Да потому что информационные технологии, которые у нас сейчас появились, да, они поменяли все, начиная от подачи знаний, потому что информация сейчас у нас в открытом доступе. Если мы хотим получить информацию, мы просто включаем компьютер, да, гуглим, как мы говорим, да, и ищем эту информацию. Смотрите, что в итоге получается. В итоге получается очень интересная вещь. Не надо запоминать. А зачем запоминать, если информация в открытом доступе? Вы согласны со мной? Так, а что такое знание? Знание – это как раз составная часть тех компетенций, которые формируются при обучении какой-то профессии. А вот представьте, если мы не стараемся запоминать, какой профессионал в итоге я получусь? Представляете, да, что делает с нами интернет? Но, конечно, возможности сейчас интернет дал очень большие. Поэтому у нас мышление у молодежи стало меняться. Как мне сказал один студент, когда я ему сделала замечание, я говорю, ну что ж ты у меня все сидишь и спишь? Кем же ты будешь работать? Каким же специалистом ты станешь? Он поднял на меня глаза и говорит, а можно зарабатывать и не работая? Представляете, да? Какая интересная специфика. Можно зарабатывать, не работая. А как? А молодежь уже, оказывается, знает. Как можно зарабатывать, не работая? Вы знаете? Да, очень интересный, конечно, момент, который заставляет нас одуматься. Я еще одну статистику вам предложу. Сейчас я ее найду. Так, вот такая статистика. Был такой очень интересный вопрос. Кто работает по специальности, записанной в дипломе? Вот мы выпускаем, каждый год университет выпускает большое количество специалистов, да. Мы их всех распределяем, они доходят до места работы, работают какое-то небольшое время, а потом куда деваются? Почему опять от нас остаются открытыми вакансиями и без конца требуются новые специалисты? Так вот, опять Российская академия образования провела очень интересное исследование. Вопрос состоял в следующем. Кто работает по специальности, записанной в дипломе? 74% – это врачи. Ну, я согласна. То есть,
учиться. Сколько лет в итоге врачи учатся у нас? Да нет, больше. 8 лет, да. 8 лет учиться, а потом работать в специальности как-то неинтересно, да? Так, дальше смотрите. 54% – это юристы. То есть те, кто получил юридическое образование. То есть 54% доходят до места своей работы. 47% – это учителя. Значит, получается, что 53% учителей, которых мы выпускаем, они до школ не доходят. Поэтому бесконечные вакансии у нас открыты. Так, и как вы думаете, самый меньший процент, а самый меньший процент связан с несколькими направлениями. Это сельхозхозяйственное направление. Это всего доходит до места 8%. Вот 100% выпускников, и из них всего 8% доходит до места работы. Это зоотехники, это ветеринары, это агрономы. Где они у нас? И всего 1% – это статисты. То есть из 100%, которые выпускают специалистов по статистике, доходит всего 1%. Представляете, какая странная очень, да? Ну, такая вот, такое интересное исследование. О чем это говорит? Это говорит о том, что система образования у нас не совсем как бы быстро реагирует на те изменения, которые происходят сейчас в мире. И, естественно, быстро она реагировать не может в силу того, что это большая система, и чтобы что-то менять, нужно время. Уже не успевает у нас за этим временем. Но что же делать тогда вам? Ну, как вы считаете? А в первую очередь все-таки ответить на вопросы. Что я выбираю, какую профессию я выбираю, для чего я выбираю, зачем я выбираю. И вот сейчас поговорим о некоторых нюансах. Значит, первые нюансы у нас связаны с тем, что есть такое понятие, как ошибки в выборе профессии. Почему молодежь ошибается в выборе профессии, с чем это связано? И первая ошибка, очень часто такая происходит, когда я спрашиваю студентов на первом курсе, как ты сюда попал? Как вы думаете, какие ответы я слышу? Родители захотели. Чаще всего, да, родители. Не смог поступить на другую профессию. Второй вариант. Не хватило баллов ЕГЭ. Правильно. Так, третий вариант, как вы думаете? Такой профессии нет. Здесь, где я могу учиться, поехать далеко, я не могу, потому что нет денег. Но вот на самом деле, вот такой вариант, он вообще редко встречается. Mm-hmm. Да. Очень редко встречается. А встречается все-таки вариант такой, что, например, я хотел быть историком, да, но обществознание сдал не особо хорошо. В итоге поступил туда, куда получилось. И вот представляете, такого историка я встретила на отделении физическом. Понимаете, я его спрашиваю. Ну, ты же хотел на историю, история и физика, ну, вроде бы как бы совершенно разные направления, да? Ну, говорит, ну, буду учиться здесь, раз поступил. Но в итоге, конечно, он не стал учиться, он после второго курса. Он 2 курса отучился, а после второго курса он все-таки ушел. То есть физика – это не его стихия. Ну, изначально, конечно, может быть, где-то и был прав, что история все-таки ему была ближе. Таких случаев очень много. Очень часто ошибки делаются по причине того, что подружка или друг решил поступать, и меня позвал за компанию. А почему бы и нет? Вместе учиться лучше, правда? Но они не подумали о том, что люди-то они разные. Естественно, набор каких-то личностных качеств у них тоже разных. Согласитесь? Одному, да, это дается хорошо, легко и просто. А второй, который за компанию с ним пошел, ну, приходится тянуть эту лямку уже. Дальше. Другой вариант. Ну, вот нравится мне дядя Коля. Буду как дядя Коля. Особенно это специфично для тех детей и подростков, которые действительно имеют какой-то свой авторитет, и которому они хотят подражать. Но, опять-таки, они оперируют чем? Тем, что
ну, есть человек, на которого хочется быть похожим, но они не соотносят это со своими какими-то, да, способностями. Дальше. Еще одна большая ошибка – это незнание медицинских противопоказаний. У нас есть целый комплекс профессий, при которых есть противопоказания. Ну, например, студент поступил на медицинский факультет, да, мединститут, вернее, да? Да, а вид крови боится. Может быть такое? Или аллергия на какие-то препараты? Может быть такое? Может быть. То есть ему уже противопоказано. Согласитесь? И у каждой профессии есть вот такие противопоказания. Их надо очень хорошо знать. Кстати, я у своих студентов тоже спрашиваю. А как вы думаете, в педагогике есть такие противопоказания? Есть, конечно. Даже у нас есть такие противопоказания. Естественно. Я не буду сейчас это перечислять, да, но вы поняли, да, ход мысли. То есть прежде чем определиться с какой-то профессией, надо очень хорошо посмотреть, в чем же специфика данной профессии, и что она несет, какие она функции несет, и что она требует от человека конкретно. Так, но по поводу еще одной ошибки хочу сказать. Это увлечение внешней стороной профессии. Ну, например, у абитуриента спрашивают, куда ты хочешь пойти учиться? Абитуриент отвечает, я хочу быть стюардессой. Хорошая профессия, согласитесь? Да? А почему? Вопрос сразу, почему? Ответ. Там летают много. Я буду летать из города в город. Я говорю, ну ведь стюардесса, она летает не по своему желанию. Она летает так, как ей сказали. И это необходимость, профессиональная необходимость. И сможешь ли ты выдержать вот такие нагрузки, допустим, да, постоянно? Потому что путешествие – это одно, а профессия – это совершенно другое. Да, некоторые дети этого не понимают, к сожалению. Это вот как бы основные ошибки выбора профессии, но есть еще и трудности выбора профессии. Например, одна из трудностей такая – это общественное мнение, которое делит профессии на хорошие и плохие. Есть такая трудность? Престиж профессии. Да. И, кстати, в определенные времена это периодически меняется. То одни профессии становятся более популярны, другие профессии становятся менее популярны. Так, вторая проблема – это насыщение труда интеллектуальным, как сказать, содержанием, да? То есть что это значит? Смотрите, вот представьте, мужчина 45 лет, спрашиваем, почему вы без работы? Ответ, я телемастер. Хорошо, но телевизоры же существуют. Существуют, никто же их не отменял, мы же все смотрим телевизор. А что, телемастеры нам уже не нужны? Нужны. На что он отвечает, когда я учился, были какие телевизоры? Ламповые. Сейчас мне либо надо переучиваться вообще, что я уже не могу сделать, либо я ухожу из профессии, потому что уже таких телевизоров просто нет. Представляете, как поменялась сама профессия телемастера? И таких профессий мы можем перечислять очень много. Например, раньше была такая профессия – секретарь-машинистка. Это кто? Это тот, кто печатал на машинке какие-то документы. Потом она трансформировалась во что? Делопроизводитель. Совершенно верно. А сейчас? Секретарь, причем он не называется секретарь. Он может называться секретарь-референт, либо офис-менеджер. Да? Причем с высшим филологическим образованием и знанием как минимум одного иностранного языка. Согласны? То есть получается, если мы посмотрим на конкретные профессии, мы увидим, насколько интеллектуальное содержание во многих профессиях просто поменялось. Об этом тоже надо знать, это надо тоже учитывать при выборе профессии. Так, дальше. Очень большое влияние на выбор профессии играют стереотипы.
Стереотипы – это очень интересный такой феномен психологический, который, с одной стороны, нам помогает выживать в этом мире, а с другой стороны, он нас сдерживает. Потому что стереотипы, как правило, идут изначально из нашего воспитания, из семьи. Они хорошо в плане дисциплины, в плане организации, в плане социализации, адаптации в обществе. Но они плохи в плане развития, потому что это сдерживающий как бы фактор. Как нас стереотипы мешают? Ну, например, стереотип мужских и женских профессий. Есть такой стереотип? Есть такой стереотип. Ну, представим ситуацию такая. Приходит мама с дочкой. Мама берет инициативу на себя полностью. Разговаривая с психологом, говорит, дочка будет бухгалтером. Психолог спрашивает, а вы уверены, что ваша дочка может быть бухгалтером? На что мама говорит, да, ведь бухгалтер – это чисто женская профессия. Причем работа с 9 до 5 в офисе и всегда при деньгах. То есть, да, вот такой стереотип существует у некоторых наших мам. При этом дочь совершенно, как вам сказать, не имеет низкий уровень концентрации внимания. А ведь для бухгалтера это очень важный параметр, согласитесь. Вот представьте, запятую поставила не туда, и предприятие банкрот. Согласны? Поэтому концентрация внимания здесь просто необходимый фактор. Во-вторых, умение и наличие каких-то вычислительных навыков необходимо бухгалтеру? Естественно, необходимо. На что мама говорит? Везде стоят калькуляторы, ей считать не надо. Спрашиваем, для чего вы пришли на консультацию к психологу? Мама говорит, чтобы вы сказали ей, что она будет бухгалтером. Вот такая интересная ситуация. Вы думаете, такие единичные случаи? К сожалению, нет. Такие случаи не единичные. Так, и очень большая проблема в выборе профессии, да, это то, что у нас есть недостаток информации вообще о профессиональном мире. Что это означает? Ну, вроде вы можете сказать, вроде и сайтов много, вроде уже и забито много, да? Да, много, но ведь это же надо сесть, это же надо найти, это надо раскопать, это надо посмотреть, это надо вчитаться, в конце концов, в этот текст. И я не скажу, что везде информация, она разная, и не всегда эта информация действительно полезная. Потому что если вы посмотрите по многим сайтам, что вы можете увидеть только? Ну, например, учебное заведение, что они, какую информацию дают? Вот профессия такая-то, получите то-то, то-то, то-то. Ну и все. Понимаете? Ну и что? Ну получу. Это я получить могу и в другой профессии. И очень часто нет таких вот как бы элементов, да, которые бы отделяли одну профессию от другую. Понравилось название? Тоже проблема, да? Как у меня тоже был такой случай. Хочу быть прокурором. Я спрашиваю, ну хорошо, хорошая профессия. А куда поступать-то будешь? Куда? Ребенок не знает. Я говорю, какую профессию ты будешь получать в итоге? Все, мы сели. Другой вопрос. Что делает прокурор? В суде сидит. Это вся информация, которую ребенок знает о прокурорах. То есть в итоге получается что? Очень интересная версия, да? Хочу быть тем, кем сама не знаю. Ни туда, не знаю. Ни туда, да, ни сюда, как говорится. Так, вот такие большие проблемы у нас существуют. Об этих проблемах не надо забывать, надо задуматься об этих проблемах, да? А мы пойдем с вами дальше. Я тут же шпаргалочки себе, конечно, сделала, чтобы мне немножечко по ходу работать. Сейчас, минутки, я тут уже... Мне надо их выкидывать, наверное, вот так. Наверное, да. Красиво мы все эти разбрасывающие облигации будут. Красиво надо выкидывать эти шпаргалочки, да? Так,
Теперь о другой составляющей мы с вами поговорим. Мы поговорим с вами о том, пусть валяется, ничего страшного. Мы с вами поговорим о том, что такое психологическая составляющая при выборе профессии. Значит, первая составляющая при выборе профессии – это социальная зрелость. Сейчас есть очень много разработок, которые показывают о том, что современная молодежь, я не скажу 100%, но в большинством своем количестве инфантильны. То есть за них решают все, потребительский характер. То есть дайте мне, а я еще подумаю, стоит ли мне что-то делать. И клиповое мышление. Что это значит? Это значит, что большие тексты мы читать не можем, анализировать нам сложно. А любой процесс обучения, он как раз это предполагает. Если вот сейчас к ребятам обращусь, как вы просматриваете социальные сети? Наверное, это происходит таким образом. Листаете, бац, что-то заинтересовало. Вот. Там либо там картинка заинтересовала, либо название. Открыли. Вот такая там статья. Закрыли, пошли дальше. Даже не пытаетесь посмотреть, о чем эта статья. Вот киваете, да? Знакомо, наверное, да, такое? А почему это происходит? Потому что читать мы не любим. Мало того, что читать нужно с пониманием смысла этого текста, анализировать нам очень сложно. А любой процесс обучения – это анализ и мышление. То есть, когда мы говорим о социальной зрелости, мы предполагаем то, что ребенок должен сам нести ответственность за свою судьбу. А теперь другой вопрос. Иногда обращаюсь к молодежи, да, я задаю такой вопрос. Вот многие из вас говорят, вы нам не даете свободы. Вот не даете нам свободы. Как вы думаете, что такое слово «свобода»? И вообще, как вы понимаете это слово «свобода»? Что такое «свобода» для вас? Это ответственность должна быть в первую очередь. Да, ответственность. Должна быть. Да? Замечательно. Они вседозволенность. Но вы смотрите это уже с точки зрелого человека. А не вседозволенность. Вот. Не анархия. Все правильно вы говорите, потому что слово «свобода» – это свой путь, выбор своего пути. Да? Но это никак, ни в коем случае не вседозволенность. То есть, что хочу, то и творю. Нет, ничего подобного. Так вот, социальная зрелость – это как раз выбор, ответственность за тот путь, который вы выбираете. Вот это очень важный параметр на самом деле. Он 100%. Если человек ответственен за свой путь и за свою судьбу, он будет продумывать каждый шаг и строить потом карьерный план на будущее. То есть он будет предполагать все-таки, что он будет делать, ну лет так через 5, через 10. Да? Это важный аспект, как вы думаете? Это очень важный аспект. Но, к сожалению, по анкетированию наших выпускников мы видим картину не совсем хорошую. Потому что вот этот уровень социальной зрелости, он небольшой на самом деле. Ну, 1/4 часть всего. Ну, примерно 25-27%. Это дети, которые действительно имеют определенную цель. Они имеют определенную мотивацию. И к учебе, и по отношению к тому, что они делают. Они строят какие-то планы на будущее, они находят эту информацию, они разбирают, анализируют, они мыслят. То есть таких детей всего 1/4 часть из всех выпускников. Остальные, что остальные? А остальные имеют допустимый уровень и критический уровень. Как пример я могу привести. Да, девочка 11 класса, которая... Ну, мы тогда с мамой разговаривали, да? Девочка очень интересная, конечно. Она сама в себе, внутри самой себя. Проблема очень большая психологического плана у нее. Она себя представляла амебой. Если кто знает, что такое амеба, можете... представить, да? Амеба. То есть это какое существо? Никакое. Никакое. Расплывчатое. То есть она не берет ответственность за себя. Мама решает за нее все. В итоге я спросила у мамы, как вы думаете, вот не дай бог завтра с вами что-то случится, девочка яичницу сможет приготовить? До мамы только дошло, что оказывается проблема-то не в самой девочке, а проблема-то в воспитании.
Я для чего говорю? Это для того, чтобы, конечно, здесь, конечно, надо задуматься о том, да, как вот эти процессы проходят у нас в семье. Далее. Итак, мы сказали, социальная зрелость – это составляющий фактор. Второй фактор – это, конечно, то, что нам дано природой. Это темперамент. Ну, я думаю, что вы знаете, да, многие знаете, что такое темперамент. Знаете? Да. Так вот, смотрите, очень интересная вещь получается. Если посмотреть на эту теорию темперамента, которую нам расписал наш великий ученый Иван Павлов, да, то в рамках его теории, допустим, холерики. Кто такие холерики? Это сильный, неуравновешенный тип, нервная система сильная, процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Какую профессию выбрать холерику? Все ли профессии ему подойдут? Нет. Очень хорошо. А почему нет? Преподаватель. Нет, кстати, холерик преподаватель я бы тоже не рекомендовала, потому что да, очень высокий уровень эмоциональности. Вы знаете, он сдержать себя не сможет, бедные дети, мне просто жалко будет. Да, на самом деле холерик – это человек не офисного типа. Совершенно не офисного. Мы не можем холерика посадить на долгое время, например, делать какую-то нудную работу. Никогда не получится этого. Поэтому, естественно, чтобы выбрать профессию для холерика, надо очень сильно подумать. Вот, например, он хочет стать медиком. Да? Сам ребенок хочет стать медиком, поступить в институт. Тогда что нам можно предложить? Кем может работать такой ребенок? Мединститут. Он врач, получит диплом врача. Какая специализация может быть у него? Врач. Замечательно. Кто сказал? Кто? Просто супер. Врач скорой помощи. Да. Это не офисный тип, это находится постоянно в дороге, постоянно какие-то новые люди, новое общение. И ни в коем случае не занудное сидение на одном месте. Не успеет раздражаться, да? Да. Далее. Дальше у нас идет, допустим, сангвиник, да? Сангвиник отличается уже от холерика тем, что это уравновешенный тип. А вот теперь смотрите, все профессии, связанные с общением и с руководством, для сангвиника очень даже подойдут. Сангвиник может делать и офисную работу, но недолго. Ему станет скучно, и он бросит. Ему тоже нужны впечатления, ему тоже нужны люди, да, ему тоже нужно движение, но не так сильно, как это нужно холерику. Сангвиник может делать любую работу, особенно работу в режиме нон-стоп. То есть, если надо быстро что-то решить, что-то быстро сделать, поручите это сангвинику. Далее, флегматик. А флегматик, мы говорим, ну это тормоз. Ему большое общение не нужно. Это тоже сильный, уравновешенный тип нервной системы, но с инертными процессами. То есть, почему он тормозит? Да потому что процессы торможения у него ярче выражены, чем процессы возбуждения. Поэтому перейти с одного вида деятельности на другой ему бывает сложно. То есть ему нужно время, да, чтобы перейти с одного вида деятельности на другой. Вот тот же врач, допустим, да, для флегматика вы какую специализацию порекомендуете? Патологоанатом. Нет. Нет. Ну, терапевт, наверное. Нет. 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 Хирург – это очень хороший сангвиник. Для флегматика лучше порекомендовать статист. Врач-геронтолог. Да, узкий специалист какой-то, да, окулист, например, где быстро реакция не требуется. Вот, да, те виды профессий, где не требуется быстрая реакция. Вот, пожалуйста, можете порекомендовать флегматику. А вот меланхолику, то, что здесь прозвучало, да, для меланхолика, это единственный тип нервной системы, о котором мы говорим слабый. Тип, да? Это быстрая уставаемость, это
ну, нежелание находиться в людях, это минимизация какого-то общения. Вот это как раз меланхолик. У него настроение может меняться ежеминутно. И вот как раз патологоанатом это самое то для него. Либо это все профессии, связанные, например, с программированием. Да? Вот они сидят за экраном, допустим, да, компьютера. Они сами в себе. Они с программой на «ты», да? Вот, кстати, среди информаторщиков, неправильно сказала, да? Среди, как правильно сказать? Айтишников. Айтишников, да, вот так лучше, наверное, сказать. Среди айтишников очень много именно меланхоликов. Как на подбор. Да, таким образом мы видим, что природа, которая нам дает, закладывает нам нервную систему, она тоже регулирует выбор будущей профессии. На это тоже надо обязательно обратить внимание. Так, следующее у нас идут. Конечно, индивидуальные особенности отдельных психических функций, но в частности это когнитивные способности. То есть что это такое? Это память, мышление, воображение. Да, восприятие, воображение, да. То есть это все сюда входит. Как мне одна студентка подходит и говорит: я ваш предмет никак не могу это самое хорошо сдать. Я говорю: почему? Она говорит: у меня память плохая. Я говорю: ты на каком курсе? На четвертом. Я говорю: до четвертого курса дошла, и все, жалуешься на память. Нет, скорее всего, здесь другая проблема, да? Скорее всего. Поэтому, конечно, когда мы смотрим на студента, мы, конечно, видим, что один студент, например, эти когнитивные процессы у него хорошо развиты, а у второго студента недостаточно. Но это зависит от многих факторов, ну, в частности, от того, как студент сам себя организует и умеет сам себя развивать. То есть процессы саморазвития, самовоспитания никто не отменял. Согласитесь? Так, дальше. Дальше у нас идут способности. Способности, ну, мы уже немножечко с вами сказали, это тоже определенный регулятор выбора профессии. Например, если есть хорошие организаторские способности, то в данном случае, конечно, это будущий кто? Ну, может быть... Президент, но это тоже возможно. Руководитель. Да, какой-то руководитель, либо какой-то организатор, либо это... Политический директор. Вот сейчас есть такая новая профессия – event manager, да? То есть руководитель определенных проектов, да? Сейчас у нас менеджеров тоже очень много стало, но главное здесь качество – это умение организовывать, да? Дальше, актерские, например, способности, понятно, да? Какие? Коммуникативные способности. Но здесь целый пласт у нас профессии открывается. Математические способности, естественно, тоже определенный пласт профессии, да, ну и так далее. Музыкальные, вокальные, там, хореографические, ну и так далее, и так далее. Все это тоже будет иметь отношение к тому, как мы выбираем профессию. Так, далее. Очень интересный параметр в выборе профессии – это постановка целей и определение мотивов. Значит, давайте сначала поговорим про цель. Что такое вообще цель? Это то, для чего. Для чего? Осуществляется. Так, что такое цель? А? Это конечный результат. Понимаете, это конечный результат. Вот это цель. И вот когда я спрашиваю, для чего, ребята, вы поступили? Для чего вы хотите учиться, чаще всего слышу такие ответы. Чтобы получить диплом, чтобы получить социальный статус, чтобы в итоге стать каким-то специалистом, да? Чтобы выстроить карьеру. А есть еще очень интересные там ответы. Ну, например, чтобы в армию не пойти. Чтобы замуж выйти. Чтобы замуж. Но это уже мотивационные параметры. Правильно? Так вот, самое интересное заключается в том, что в зависимости от постановки цели студенты у нас и учатся. Если ты учишься ради диплома, то можно, в принципе, не напрягаться. Согласитесь? Корочку ты все равно получишь. А что такое диплом? Диплом – это просто документ, который показывает, что да, в такое-то время, в такой-то час вы находились в этом месте. А что вы там делали в этом месте? Диплом не показывает. Он, конечно, может показать вам оценки. Но оценки, вы же понимаете, это субъективный фактор. То есть один преподаватель может поставить вам пятерку ни за что, а другой преподаватель вам и тройки не поставит за это.
Это же субъективный фактор, согласитесь. А вот насколько знаний у вас есть? А вот это уже другая цель. То есть учиться надо не ради диплома, а учиться надо ради чего? Ради получения знаний. А вот тут как раз возникает вопрос. А что меня толкает на получение этих знаний? А это уже мотивация. Если я действительно понимаю, для чего я это делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю, не ради того, что у меня родители накажут, или преподаватель меня накажет, не допустит, там, например, до экзамена или зачета и так далее, да? А ради того, что я сам знаю, что мне это нужно, поэтому я это делаю. Вот эта мотивация называется внутренней. То есть я понимаю эти процессы, я знаю, что я делаю и для чего я это делаю. Это внутренняя мотивация. Но у нас еще есть такое понятие, как и внешняя мотивация, а это бонусная мотивация. Это оценки, это стипендия, это наказание, это сертификаты, это поощрение, ну и так далее и тому подобное. То есть это как, знаете, такая палочка. Взмахнешь этой палочкой, да? Вот бонус получил и радуешься. А дальше что? Ну, здесь уже возникает вопрос. Ради чего? Ради этого бонуса? Еще такой момент. Значит, у нас, и когда мы говорим о профессиях, мы обязательно должны сказать о том, что есть как бы определенные классификации. И вот самая популярная классификация профессии – это классификация Климова, которая разделила все профессии по пяти направлениям. Вот я быстренько сейчас пробегусь, да, чтобы ребята знали. Значит, какие это направления? Это направление профессии «человек-человек», то есть в данном случае мы о чем говорим. Это профессия, направленная на общение. Да, на взаимодействие, коммуникации. Это профессия человек-природа. В данном случае мы о чем говорим? Что эти профессии связаны с преобразованием, ну, самой природы. Да? Далее. Профессии человек-техника. В данном случае это связано, да, с какими-то техническими устройствами. А вот здесь еще, знаете, момент такой есть интересный. Вот маленький ребенок, допустим, ломает игрушки. Он почему ломает? Вот здесь надо посмотреть родителям. С чем связана вот эта поломка игрушки? Если он ломает с целью интереса посмотреть, как эта игрушка устроена, вот это уже развитие технического мышления. А если он ломает просто ради того, чтобы сломать, это уже неправильное воспитание. Так что имейте это в виду, да. Дальше. Профессии, которые называются «человек-знаковая система». Что к этим профессиям относится? Это и филология, это экономика, да? То есть это знак, это буква, цифра, схема, график. То есть это все профессии, которые связаны со знаком. Поэтому многие психологи говорят так, что неправильно мы делаем, что мы делим детей на гуманитарий и технарей. На самом деле и филология, и технические специальности – это все знаковые специальности. Так, ну и еще один у нас есть – человек-художественный образ. В данном случае это связано с чем? Да, это музыка, это хореография, ну и так далее, и так далее. Кстати, маляр – это тоже будет художественный образ. Потому что что он делает? Он занимается колористикой. Смысл понятен, да? Так, вот примерно вот такие направления. Мы пользуемся этой классификацией. Хотя современная психология уже пошла давно дальше, да, и чисто эту классификацию уже в прямом таком параметре, да, не принимает. Ну, я не скажу, что совсем не принимает, но, по крайней мере, она развивается. Так, пошли дальше. А теперь вот интересный такой вопрос. Как вы думаете, какие профессии у нас в будущем уйдут? Каких профессий не будет? Да, почему? Да, почему? Почему? Компьютеризация. Компьютеризация, да. Да, действительно. Я вам советую просто ради интереса, да, скачайте, это в свободном доступе находится. Разработка Сколково называется «Атлас профессии». Очень занимательная книжка, да, при которой они говорят, что...
Ну, например, медицинские профессии появятся такие, как IT-генетик, молекулярный диетолог, оператор медицинских роботов. А ведь у нас уже появилась профессия, называется медицинская физика. Да. Так, дальше. Специалист по кристаллографии. Представляете, какие интересные профессии? А если посмотреть педагогические профессии, то мне очень нравится профессия разработчик образовательных траекторий. Пендаля волшебного. Да, то есть получается, каждый будет иметь свою образовательную траекторию обучения, да, и вот такой человек будет разрабатывать эти траектории. Либо организатор проектного обучения, либо ментор стартапов. Представляете, какие интересные профессии? Еще такая профессия. Игромастер, игропедагог, ну и так далее. А вот еще интересно. Разработчик инструментов обучения состояниями сознания. Что это? Да, вот нам пока непонятно, что это такое, но по мнению Сколково, да, вот такие профессии буквально в ближайшем будущем у нас будут. Инженер человек. Да. А вот отмирающие профессии. Я все читать не буду, просто прочитаю. Да. Турагент, лектор, нотариус, провизор, секретарь, библиотекарь, логист, диспетчер, журналист, отмирающая профессия. Да. Дальше, ну, какие тут еще? Вахтер, шахтер, да, прораб, инспектор ДПС, водитель такси. Представляете, отмирающие профессии? Вот, казалось бы, водитель такси почему отмирает? На вертолете. Но я думаю, что, скорее всего, будет скоро беспилотное, как мы говорим, вождение. Да, такие машины уже существуют, уже есть, они в практике уже работают. Поэтому эти профессии у нас уже постепенно отмирают. Для молодежи что посоветовать? Сколько у меня еще времени есть? Минут пять еще. Пять есть, да? Для молодежи, конечно, хочу посоветовать, очень внимательно посмотрите, а не отмирает ли та профессия, куда вы собираетесь учиться дальше? Сколько же она будет отмирать, да. Тоже вопрос. Сколько она будет отмирать, вопрос интересный, да? Но я думаю, что, в принципе, такими стремительными темпами, которые у нас сейчас происходят в IT-технологиях, да, это может быть любой момент времени, даже завтра. Мы просто не успеем понять, что это произошло. Скорее всего, так оно и будет, да. А теперь давайте, ну, буквально быстро, вкратце, да, быстренько скажем, для чего вообще нужна профессиональная карьера и почему нужно задумываться об этом уже в школьном возрасте? Как вы думаете? Ну, профессиональная карьера для чего нужна? Для роста человека. Но дело в том, что профессиональная карьера – это не обязательно карьера по должностям, как у нас принято, да? По горизонтали, может быть. Да, эта карьера может быть по горизонтали. Это само развитие самого человека, да? Либо по вертикали. В данном случае с одной должности поднялся наверх, стал, допустим, начальником, там, отдела, дальше производство, генеральный директор пошел, ну и так далее, и так далее. На самом деле видов карьеры, конечно, очень много. Вы можете, допустим, в течение быстрого времени перескочить несколько пунктов и стать, например, сразу начальником там, ну, большого подразделения, да? Вот. Но здесь другой вопрос. Карьеру нужно строить очень умно. Если вы не будете психологически готовы к продвижению, и дело в том, что любая карьера – это опять ответственность, но теперь уже не за себя, а за других людей. Потому что если вы хотите быть руководителями, а руководителями у нас ходит практически вся молодежь, хотят руководить, как ни странно, да? Если вы хотите руководить кем-то, то в первую очередь надо брать ответственность за тех, кем ты руководишь. К сожалению, таких качеств у многих просто нет. Желания есть, а качеств нет. Поэтому надо очень хорошо понимать этот процесс, процесс менеджмента, да? И в рамках построения карьеры, конечно, надо рассчитывать на то, что я буду развиваться. Но развиваться как?
Развиваться куда? В какую сторону? По вертикали, по горизонтали. Что для этого нужно? Либо я заканчиваю какие-то смежные профессии, потому что обучение у нас теперь получается, что мы будем учиться всю жизнь. В связи с тем, что опять технология у нас меняется, естественно, что происходит? Те базовые образования, которые мы получаем, это просто база, на которой мы должны потом строить дальнейшее свое развитие. В итоге получается, что при ответе на вопросы, какую карьеру я хочу в будущем, вы должны быть психологически готовы к тому, что вы потом будете строить. Это готовность, которая должна быть внутри вас. Это понимание того, что я хочу, к чему я буду стремиться. И опять возникает вопрос о той цели, про которую я уже с вами сегодня говорила. Что происходит, например, при достижении определенного параметра карьеры? Человеку может это надоесть, потому что это давление. Не каждый может выдержать это давление. Несмотря на то, что он получал, допустим, довольно хорошую зарплату, в итоге он может что сделать? Все, бросить и уйти куда? На ноль. Это называется дауншифтинг. То есть, что это такое? Мне надоело все. Не хочу с этим руководством работать. Да? Допустим, меня все раздражает. Но при этом меня пока останавливает. Это то, что я хорошую зарплату получаю. И останавливает страх, что будет, если я брошу эту работу. В итоге человек все-таки ломается, принимает решение уходить, и получается, как бы образовывается определенный вакуум, который он должен заполнить опять тем, что я буду делать дальше. И вот, кстати, самое интересное, что существует очень много таких случаев, когда такие работники бросали все и в итоге выходили совершенно на новый уровень развития. То есть они начинали познавать себя и находить очень интересные моменты, о которых даже раньше не подозревали. Это тоже интересный виток развития человека. Так, в конце, что я хочу в конце, особенно для молодых людей. Так, а вот теперь в конце я хочу как раз задать такие вопросы. Я не знаю, как бы, может быть, вы запомните, может быть, если кто-то записывает, это было бы очень хорошо. Ответы на вопросы вот так, в такой последовательности вам помогут, по крайней мере, прояснить, что вы хотите в плане профессии. Значит, первый вопрос. Кем я буду, чего достигну? То есть представьте, что это будет через некоторое время. Дальше. Где буду учиться, какая будет моя первая работа и какие будут дальнейшие перспективы? Дальше. Еще такой момент. Какие пути и средства я буду использовать? То есть что мне для этого надо? Дальше. Какими препятствиями я столкнусь? Дальше. Какие есть у меня возможности для преодоления этих препятствий? И последний, очень важный вопрос. Какие у меня есть запасные варианты? Вперед, а там посмотрим. Да, вот примерно так. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, можете задавать.